здесь намного лучше. Нет языкового барьера, это во-первых. Во-вторых, дома родные, близкие все поддерживают, переживают, звонят. Все, Павлодар хочу, не могу уйти. Ну, то есть Павлодар хочет, тут рядом, недалеко ехать. Его. Гостеприимный город, тоже природа замечательная. Полные трибуны, болеют все за тебя, за нас. Вообще супер. Все сделано для спортсменов, все условия созданы, чтобы отдыхали, кушали, не знаю, массажи, бани. Все есть, фитнес-зал. Просто условия суперские. Приходи и показывай, насколько что ты способен. Ну, с соседом, да, ходили, в хоккейчик настольный играли. Плохо порубились. Сегодня, наверное, пойду его вызывать на рематч, на реванш. Победил меня дважды. А кто твой сосед? Надо отыгрываться. Мишка Рахманов. Вообще супер игрок в настольный хоккей, да и в простой хоккей тоже. Но настольный лучше получается. Ну, не приходилось смотреть игру их на этом турнире, но могу сказать по прошедшей универсиаде. Хорошая боевая команда. Очень много бросают, нацелены на ворота. Тяжело с ними нам пришлось в полуфинале. Надеюсь, и в этот раз победим их. Гуляли немного. Красивый город. Гостеприимный. Природа офигенная. Отдыхаю, сплю. С родными разговариваю. Там какие-то игры на телефоне. С Мишкой Рахмановым ходим играть. Хоккейные баталии у нас. Хоккей всю жизнь занимает, можно сказать. А там вроде нас на биатлон еще заявили. Вот тренируемся. Вроде скоро выступать будем. Не знаю, скажут потом. Сейчас пока все мысли о хоккее. Я Владимир Гребенщиков, защитник студенческой сборной Казахстана. Читайте шайбу KZ.